Добрый день. Пользуясь случаем, пока я здесь обедаю, я хочу просто реплику небольшую относительно лечения волос. Я уже, наверное, не знаю, два года, как выложила эти сюжеты, когда у меня сумасшедше падали волосы. А люди пишут, как у вас лечение, как у вас то, как вы что делаете. Там много всяких разных было у меня перипетий, и сложностей, и трудностей, и даже криминальных историй. Но я сегодня обедаю, сижу перед вами полностью вот здесь у меня. Я в масле. И в последнее время я считаю, что это как раз лечение волос для ленивых. Если вы ленитесь сделать какую-то маску для себя любимого, но все равно ленитесь, я вам предлагаю пользоваться льняным маслом. Оно потрясающе. У меня растут уже вот здесь вот волосы, я им пользуюсь, наверное, так активно, ну, месяца полтора, наверное. И ощущаю, насколько у меня улучшились волосы. Что касается падения волос, то я на тысячу, на миллиард процентов уверена, что все это происходит на нервной почве и от отсутствия нормального питания. Хоть какие вы там делаете маски, если вы нервничаете, если вы дергаетесь, если вы злитесь, все. Тогда, когда у меня сумасшедше стали падать волосы, у меня очень тяжелый был период в семье. Невероятно тяжелый, связанный с самыми близкими моими людьми. И ничего удивительного, что они у меня падали, как снегопад. Все взаимосвязано. Все. Все вообще в нашей жизни от нервов. Чего нервничать? Оберните себя меловым кругом, намажьте себя льняным маслом, и все нормально будет. Так что я сейчас вот корни, все, рубашечку сниму, чтобы не зажирнить. Надену тюрбанчик себе, по всем волосам сейчас пройдусь после обеда. А вечером приму душ. Хотя сейчас только вот обеденное время, 2 часа дня. Очень замечательное масло пить невозможно. Вы себе не представляете, какое оно противное. Какое оно противное. Знаете, что оно мне напоминает? Оно может быть сумасшедшее. Да не может быть, оно сумасшедше полезное. И, возможно, оно принесет много пользы, принимая ложечку, допустим, и вовнутрь. Но невозможно пить, такая гадость. Мне напомнило это время, когда я рожала старшего. Я не могла никак, у меня ложные были схватки, приехала в роддом и не могла никак родить. И они все ходили там, да, что такое, все, да, давайте мы ей, значит, и налили мне тогда непонятно чего, чтобы ускорить процесс родовой деятельности, чтобы ускорить. Налили тогда мне хины. И я вот сейчас вот пробую масло. Я его решила попробовать, да? Думаю, вдруг другое. У меня была льняная баночка масла в заначке там. Я пользовалась, когда лечила тогда льняным маслом. В сюжетах есть, я рассказываю об этом. А тут совсем другая бутылочка. И оно как-то по-другому немножечко. То было более темное. Это чуть-чуть посветлее. Думаю, дай-ка попробую. Может быть, оно вкусненькое. Ага! Это невозможно просто, как это невкусно! И напоминает хину. И вот сегодня, да, подумала о том, что, а если для того, чтобы возбудить, в смысле, раскачать мою родовую деятельность и раскрыть мои родовые пути, чтобы я родила, мне давали хину пить. А здесь стопроцентное тоже, вот понимаете, как хина. Вкус вот этот невозможно. Тоже, видите, раскрывает все, и волосы рождаются. Какую-то вот такую параллель я провела. А почему не провести? Вот взяла да провела. Я просто рекомендую вам. Ничего не стоит, никаких масок не делать. Взяли, залили всю голову там на ладошку, и все, втерла маслом льняным. И вот так, и зашибись. И как хочется лето, как хочется лето, как хочется зелени, как много зелени, хорошей зелени. Чтобы она была настоящая, прямо с грядки. Обожаю зелень. Это еще одна вещь, которую вы просто обязаны кушать для того, чтобы у вас волосы не падали, чтобы вы были здоровы. Это зелень. Но вы же не едите. Да еще старайтесь так. Эти вершки съели, а сами стебелечки нет. Почему? Надо кушать. И стебелечки надо кушать.
И тщательно-тщательно прожевываешь. Тщательно. Ой, как же это вкусно. Ну все, будьте здоровы, будьте счастливы. Чтобы у всех у вас были красивые волосы. И главное, не нервничайте. Не волнуйтесь. Ага, вы сейчас скажете, ага, тебе легко говорить. Мне нелегко. Поверьте, у меня очень тяжелая жизнь. Не дай бог вам даже 10-ю часть пережить того, что мне пришлось. И сейчас, слава богу, все хорошо. И да будет так. Всех вам благ. Пока.